сильный, как вот, как буран вот, бывает же зимой. Вот такой тут, я думал, что тут снег, что ли, идет, буран. Белый туман, как было, глядишь, и как будто туман, вот, и все. Вечером 17 июня на село Жаик налетел сильный ветер. Он снес часть крыш больше, чем у 20 домов. Дом пенсионерки Алтынай Адиловой тоже пострадал. В местном акимате сказали, чтобы пенсионерка на помощь от государства не надеялась. Ну, они засняли и ушли, но, говорит, помощи мы не можем, говорит, оказать. Я говорю, помощь какой-нибудь будет? Нет, говорит, ничего не. Я сама 37 тысяч получаю. И вот на данный момент шифер надо, 15 листов. Дом Бесеновых пострадал больше всех. Во время урагана не только сорвало часть крыши, обвалилась и кирпичная кладка. На помощь от властей семья не надеется, но все-таки ее ждет. Ну, я буду просить помощи, вот сейчас приедет комиссия. Если будет помощь, будет нет, значит, придет самой. Примерно. Я не работаю, я сейчас декрет в отпуске, трое детей. Всего в селах Жаик и Новенький близ Уральска пострадали кровли свыше 30 домов. Районными властями создана комиссия по оценке ущерба. По словам исполняющего обязанности акима Зеленовского района Амангельды Тугузбаева, власти окажут помощь после окончательной оценки ущерба. Случится это примерно через неделю. Санат Урналиев, Азаттык ТВ.